задача этого вебинара, с одной стороны, просто там поговорить, скажем так, с аудиторией достаточно большую, с другой стороны, рассказать о том, что мы на семинарах обсуждаем. Вот, в частности, это такая рассказ того, о чем мы говорим на наших семинарах. В нашей методологии подготовки данных есть три такие сущности: оборудование, типовые техкарты на ремонты и данные по надежности. Ну вот коллеги, которые у нас были, они знают, как мы людей мучаем в течение 2-3 дней. Это мы рассказываем именно о том, как с нашей точки зрения строится любая там информационная система, описывающая структуру оборудования, то есть из каких элементов строится описание объекта, ну, в данном случае синенький объект, единица оборудования. И, казалось бы, для описания одной единицы оборудования достаточно таких сущностей, которые нужно описать с точки зрения его иерархии расположения организации, с точки зрения его классификации. Новая тема, которую мы на семинарах пытаемся хотя бы обсудить, это иерархия функций, поскольку у большинства сейчас уже развивается тема управления надежностью, и понимание функций, которые выполняет оборудование, тема с точки зрения СИ, она вообще-то нетривиальная.